Сфинкс передает ключи, коды, согласно нашей высшей истине. Меняемся мы, меняется наша истина. У каждого своя истина, когда каждый отражает свою индивидуальную грань, используя свои активные участки мозга, свои координаты времени и объем вместимости энергии. Истина едина для всех, когда единая первичная клетка звучит внутри вас и раскрывается на все мироздание снаружи. Сегодня вы получите поддержку и защиту. Вы получите руку помощи небес. Эта рука не просто защищает как щит, она освобождает вас из игр, в которых вы застряли, и выводит туда, где слово «защита» означает свобода от сопротивления, свобода от борьбы. Никто ни в чем не виноват. Все есть план Бога. Мастер не борется с внешними обстоятельствами. Он бережно относится к проявлениям своих внутренних состояний. Наш жизненный опыт формируется нашими настроениями, которые мы выражаем в ответ на различные жизненные ситуации. И Земля вошла в новые сверхчастотные волны, во взаимодействие с новыми межпланетарными энергиями. Изменения происходят во всем космическом пространстве, в галактике Млечный Путь и в иных галактиках Вселенной. Это глобальные изменения, которые можно назвать взрослением космоса, его переходом в новый возрастной период. И в этой глобальной целостности участвует сущность жизни целиком. Она неделима. Человек воспринимает себя как отдельное малое существо. Но человек – это целостное и единое существо со всей жизнью. Человек и есть Вселенная, центр управления. Но этот центр спит, дремлет. Человек отделяет внутренний мир от внешнего. Все, что происходит в мире, происходит по плану Бога. Меняется космос, меняется все вокруг. Меняются взаимоотношения планет, их геометрический угол отражения и созвучно танцу планет происходят события на Земле. Человек по образу и подобию проигрывает этот сценарий едино с планетами, как целостное существо. Каждый человек индивидуален, как индивидуальны его отношения с планетами. Помимо мировой кармы, единой для человечества, есть индивидуальная. Она также зависит от взаимоотношений планет и их влияния. Переход – это реальный переход в центр своего подлинного существа, изначально, где вы способны привести все планеты в единый союз с помощью великих сил космической матери. Расслабьтесь и предоставьте возможность инициации сделать все остальное. Пусть уйдет напряжение.
ваши клетки все понимают на когнитивном уровне. Вашему уму и не под силу то, что будет происходить сейчас. Прошу, визуализируйте, как кристалл защиты проходит вверх сквозь ваше тело, позвоночник, и выходит из макушки, а растет словно солнце, расширяется на всю Землю, галактику, Вселенную. Кристалл активирует стволовые клетки в центре мозга и в других тканях тела. Активация стволовых клеток – это ключ к непрекращающейся вечной саморегенерации. Это дар высшего аспекта. Наполнитесь светом. Почувствуйте, как обновляются ваши энергетические тела. Как автоматически регенерируются ваши ткани. Мозг способен активировать этот процесс, и он его активирует через присутствие Меркаба Бога. А ваше внутреннее пространство принадлежит только вам. Идите по жизни без страха, без гнева. Позвольте всему жизненному опыту свободно передвигаться сквозь вас. Силы великого света, единого пространства любви. На пользу жизни явите свое благословение, сливаясь в единое солнце, раскрывая сердца людей. Дайте защиту свою всем, кто нуждается в этом. Пусть растворятся все печати, все слепки с клеток памяти, где отразилась боль, искажения, импланты, импринты. Все воздействия искусственных химических волокон. Пусть растворятся все те воздействия, пусть очистится карма Земли, карма всего человечества, пусть великий замысел чистого духа развернется во всей своей радужной красе, и народ пробудится, откроет очи свои, чтобы встать в полную силу, раскрыв свои сердца. Впустите свет Бога. Никто и ничто не сможет навредить тому, кто живет в сердце Бога. В галактике Млечный Путь находится ваша солнечная система. Вместе с вашей галактикой сверхскопление Девы входит галактика Треугольник и Андромеда.
а также огромное множество спутников. И все это формирует гиперпространство твоих феноменальных аспектов божественности, изначального человека, сверхчеловека, Бога-человека. Пирамида Сфинкса хранит все твои священные атрибуты. Они вложены сюда мастерами источника. Это могущественные вечные владыки света. Миллионы лет назад они издали свое великое намерение служить всем существам. И сейчас я тот, кто я есть. Приглашаю великих владык света, золотой генетики Бога. И мы входим через твоего тронного ангела. Струится звук благословения, открывающий врата, формируя коэффициент света вокруг тебя, внутри тебя и вне тебя формируются звезды, солнце, а выстраивается пространство. Все управляется и подчиняется свету. Прими здесь, в пирамиде Сфинкса, все свои главные посвящения. Заключительного камня в камерах света пирамиды, питая все свое тело энергиями тронного ангела. Почувствуй с ним крепкую связь, где бы ты ни был, куда бы ты ни шел. Ощущай эту связь постоянно. Когда засыпаешь и когда просыпаешься. Где бы ты ни был, питай свое тело энергиями тронного ангела. Так приведешь ты свое тело в единый импульс. Верься в руководство тронного ангела. Это твоя личная пирамида Сфинкс. Призови его, чтобы он полностью подготовил тебя. Через него ты получишь все посвящения. И пока тронный звездный ангел занимается твоей подготовкой, я, тот, кто Сфинкс, начинаю передавать тебе великие аспекты твоей звездной великой сущности света. Используя пирамиду Сфинкс и мои священные камеры оживого света эликсир, света благословения, весь твой мир, вся твоя жизнь — это путешествие по времени и пространству, в те реальности, которые ты выбираешь сам. Все
все аспекты, все, что запечатано в пирамиде Сфинкс, есть священное изначальное мастерство совершенного вида во всем присутствии совершенного духа. Ты небесное тело, кристалл. А воплощенный в этом теле несешь могущество. О котором ты забыл. Ты можешь сотворять великие вещи, подобно Богу. Так развернется твой цветок жизни, заключающий в себе тайны Сфинкса. На земле ты задействуешь свою истинную божественную власть. И корабль повинуется тебе, меняя время и пространство, доставляя тебя в те координаты, где ты абсолютно здоров, где ты находишься в абсолютной безопасности, радости и единстве. Раскрывая свои подлинные сверхвозможности. Сфинкс хранит все твои атрибуты, всех твоих звездных тел. Я тот, кто Сфинкс, склоняюсь над всеми твоими звездами, над всеми платформами жизни. И издаю звук. Объединение всех твоих звездных тел посредством всех твоих биохимических клеток всегда взаимодействуй со своим троном ангелом, чтобы напрямую быть созвучным с высшим разумом. Как только связь восстанавливается, восстанавливается светимость. Мы начинаем видеть тебя во всех уголках мироздания, по всем слоям неба. Все цивилизации света, бесконечно рады видеть тебя вновь. Так усиливается твой потенциал и укрепляется контакт с великим единым сознанием наивысшей эволюции. Так ты развернешься великое сверхсущество божественной природы, и твой мир полностью изменится. Он станет священным отражением всех твоих божественных качеств и атрибутов. Ты обретаешь наивысший потенциал, в твои клетки вливаются великие модели наивысшей эволюции. Сейчас я тот, кто я есть, Сфинкс.
издаю вибрацию и охватываю всех, кто присутствует здесь. Проявляются солнечные боги, и я, тот, кто сфинкс, начинаю свою инициацию. И сам призываю твой аспект пробуждения, аспект связи с домом Бога, сердцем Бога, аспект защиты ото всех энергий старой матрицы, аспект освобождения. При этом я призываю по очереди каждого божества в тебе, чтобы он устремил великий свет напрямую, прямо к тебе. И я закрепляю этот свет, заземляю в твоем пространстве. Сейчас я прошу, открой еще шире свое сердце. Позволь мне всей любовью центрироваться через твою макушку в твое пространство света. Попроси звездного тронного ангела помочь тебе, чтобы великие энергии кристалла защиты Меркаба Бога закрепились в тебе так, как тебе это сейчас необходимо. Чем больше ты открываешь и расширяешь пространство своего священного сердца, тем больше вмещаешь энергию, закрепляющую эту священную связь. Скажи: я тот, кто переходит в совершенное покровительство света, совершенные миры космической матери и космического отца прямо сейчас. Дыши. Впитай всю энергию Вселенной Матери и Отца. Пусть все твои центры, все твои чакры соберутся в единое солнце. Пусть все твои звезды вольются с тобой в одно созвучие. С каждым вдохом собери все свои частички души в одну звезду души. Я прошу звездного ангела, великую тронную силу в тебе, закрепить все необходимые созвучия. Я прошу сделать созвучным весь твой мир. Я передаю через твоего тронного ангела величайший огненный аспект твоего пробуждения. И сейчас мы вместе вкладываем его в твое огненное сердце. Дыши и расширяйся. Смотри.
как в тебе циркулирует кристалл защиты Меркаба Бога. Ты растворяешься в потоке света. И оживает огонь кристалла твоего небесного изначального тела, аспекта осознания твоей совершенной памяти и всех твоих атрибутов для того, чтобы ты мог использовать их. Расширяйся. Расширяйся и расти, моя любовь. Впитывай в себя золотые корпускулки света, которыми мы обнимаем тебя. Здесь пробудился свет сквозь всю пирамиду, сквозь все миры. Звучит твое небесное тело. Тебя начинает видеть сверхвселенная и цивилизация света. А великие боги начинают сходить к тебе и преклоняться перед великой матерью и великим отцом. В тебе и все преподносят дары. Кристалл сияет в полную мощь. Ты в объятиях отца и матери, в самой сердцевине кристалла защиты, кристалла всемогущества, Меркаба Бога. Великая Вселенная также приготовила тебе дары и заключила их в твою пирамиду Сфинкс для того, чтобы пройти через центральную контрольную пирамиду, через Вселенную Отца, через Вселенную Матери. Тебе необходимы энергии этого кристалла. Эти энергии развернут в тебе небесное светило. Все планеты и галактики войдут с тобой в единое сознание. Ты выйдешь из их зависимости и станешь полноценным хозяином своей жизни. Я тот, кто я есть, подлинный. Называю все имена кристалла, все звуки его великой чистоты, буквы, числа, имена кристалла оживают. Взаимодействуя между собой, чтобы открыть тебе великое тело разума божества на земле. Сейчас твой трон и ангел связывается с цивилизациями, представляющими высшую эволюцию новой земли. Мост построен на земле, и ты знаешь выход. Переходи по этому мосту радужных перемен. Представь, что под тобой сияет солнце, а вверху над тобой свет солнца. А внутри тебя горит солнце Вселенной Матери.
Ты Божественное Присутствие, которое сейчас расположено в регионах творения, контрольной пирамиды Сфинкс, и пребываешь в центре всех миров творения. Скажи: я тот, кто здесь и сейчас, принимающий все мои изначальные аспекты и атрибуты верно, от начала и до конца, от Альфа и Омега, всей моей звездной семьи, всей моей звездной вселенной, моей галактики и звездной солнечной системы. Я, Небесное Присутствие, Божество, собирающее и созывающее все свои изначальные части. Пусть вся карма старой сети сознания поглотится в любви посредством союза любви в лоне матери, сплетаясь в одно сияющее божество. Ты сейчас разворачиваешься, стоя в залах Меркабы, в центре Вселенной, сверхскопления о великой сверхвселенной, центральной орбиты Альва, Алкион, Алнии, Алнила, Алнитак, Дельта, Ментака, Антарес, Арктур, Уранус, Херон и всеми своими священными именами Сфинкс. И я прошу великих владык развернуть изначальные сияющие чистые 12 аспектов. Активировать. Запуск. Я тот, кто Сфинкс, сила любви Вселенной, Матери и Отца, возвращаю в твое тронное тело аспекты божественности в тебе через химический язык в твоих клетках. Я запускаю это присутствие прямо сейчас. Двенадцать по двенадцать. Пре ваклар спаретви минусех привар арегба сат рави хурухат вишавет сервату круба сат акравер мисуклер Энсора, Вира Брах, Брисба Хери, Хересат, Кисанар, Стухавиш, Эсеве, Брахспи. Все 12 созвездий вокруг тебя становятся чистейшими звездами.
все планеты поворачивают лик благосклонности. Нет больше борьбы между планетами там, где находишься ты в одежде первозданного супер-гипер-я. Почувствуй. Сверхскопление созвездий чистых душ. Запускающих обновления ДНК на ДНК Бога. Перед тобой разворачиваются в свете любви изначальные чистейшие аспекты. Сияющий овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец, козерог, водолей, рыба. Сияющий Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Священный огонь, священный воздух, священная вода, священная земля. Священная луна полностью растворяется и становится чистой каждая звезда для тебя. И теперь ты возвышаешься над ними, и все звезды опускаются под ноги и сияют золотыми платформами. Сияет солнце над твоей головой. Под ногами впереди тебя и позади тебя, справа и слева. Мир великих миров света. Соединяется, чтобы войти с тобой в чистые миры союза. Все звезды входят в сердце Бога, в божественное тело присутствия живого Бога. Почувствуем присутствие богов, всех светил, которые склонились над тобой. Скажи: я есть тот и это, я есть любовь. Отныне я решаю сам, кем мне быть. Я абсолютное благо. Я источник. Прямо сейчас, в этот миг и час, я тот, кто альфа и омега всех эманаций. Я тот, кто настоящая сущность в этом физическом теле. Принимаю гармонию всех звезд, всех планет. Через баланс единой мировой души. Совершенно все, что я есть. Я принимаю свою изначальную красоту. Я принимаю атрибуты всех планет и звезд во мне, от начала и до конца, в счастливой звезде. Я принимаю аспекты материального творения посредством закрепленных во мне четырех стихий. Отныне я здесь хозяин всего своего мира.
моя полная реализация и блага всему миру расширяются во мне. Я есть небесное божество, кристалл, в этом физическом теле. И я тот, кто воплощает солнце. Я воплощенный свет в этой плоти своей физической реальности. И я тот, кто сфинкс. Слово мое вершится каждый день, опечатанное во дворце, открывающее формы света могущества. Я в твоем вечном сейчас. Наполни тело свое моим духом и восстань из цветка вечной жизни великий сияющий дух. Откинься в Меркаба источника. Заполни же тело свое чистым духом света. Произнеси, как произносит слова сфинкс, стоя в великих изначальных сферах жизни, великой матери, великой тверди, под которыми сияют великие звезды. Ты – великий дух жизни, скажи. Взываю я ко всем повелителям жизни освободить меня от кармы тьмы. Взываю я к повелителям жизни помочь мне освободиться от деятельности тьмы. Взываю унести меня из темноты и наполнить светом великим, что заполняет весь космос. Великий свет, сделай из моего тела великий факел любви, которому никогда не будет суждено погаснуть среди великих звезд. Позволь мне быть свободным от пространства времени и покрова ночи. Я тот, кто сияющее дитя света, даю распоряжение, да будет так. Говорит тот, кто сфинкс. Стоишь ты в залах, где получаешь освобождение, в сияющих покровах Матери Великой, свети. Пусть голос древнего оракула неба и земли будет услышан. Всеми своими святыми именами, Дух Жизни, прошу, освободи навеки вечные от оков ночи и зла всех, кто явлен светить на новой земле. Сделай из тела носителя факел любви. Из точки, откуда все известно, да восстановится план изначальной силы Бога прямо сейчас, да запечатается дверь, за которой все зло и страдание навеки вечный. Из точки первой проекции пусть прольется свет и восстановит изначальный план Бога. Прими, моя любовь, свое небесное тело, все благополучные планеты, все сияющие звезды. Все планеты поют песнь гармоники, сливаются в танцы любви. Здесь нет противодействий,
здесь радостно живи. Помести кристалл защиты, кристалл силы Бога в сердце и дай ему там раскрыться в цветок со всеми своими совершенными сияющими звездами, планетами, галактиками и вселенными, вбирая в себя все сверхчастоты великих существ, которые сейчас потрудились для тебя. Поблагодари всех владык, все силы стихий, всех божеств, пусть сердце твое наполнится благодатью. И абсолютной благодарностью мы нашли тебя. Ты получил освобождение. Свободен ты теперь от всех низких воздействий планет, галактик, людей. Потому что воцарился свет изначального добра, любви, союза, всех гармоник и светил. Все боги пришли в созвучие с тобой, являясь единым изначально. Поднялся ты из духа цветка жизни. Так созерцай свое небесное новое тело. Бог, твое желание исполнено. Держись, свет. Не связан ты теперь с залами Аминти от кармы прошлых лет. Свободен ты от кармы прошлых действий, как дитя пред родом человеческим. Сам выбирай свой путь и делай, что хочешь. Теперь ты сам можешь отправляться к свету. Не связан более ты ни временем, ни пространством. Живи в счастье и мудрости изначальных родителей. Все, что получил сейчас, познай загадки тайны сфинкса. Хозяин ты судьбы своей. Мы возвращаем тебе силу, опечатанную изначальным планом во всех орбитальных станциях, которую оставил ты. И отвечают владыки света: ты свободен. По своей воле ты можешь принять это или отвергнуть. Прими же и возьми свободу и всю мудрость, которую ты получил здесь. Ты свободен. И весь род твой, и все дети твои свободны, потому что семя твое положено в чистом русле. Источник в тебе живет в могущественной мудрости. Через лоно Великой Матери ты получил свободу и мудрость всех ключей. Кристалл передан, передан, передан. Солнце вверху тебя отождествляется с небесной благодатью посредством кристалла. Кристалл – это мост, который связывает все миры внизу и вверху, миры счастья. Он выполняет функцию мистической связи между небом и землей. Он восстанавливает эту связь, которая защитит тебя. И через эту связь, через эту вертикальную священную нить открываются все ворота твоего подлинного счастья. Твой огонь посреди человеческого мрака стал великим факелом любви, как источник всех эманаций Матери. Звезда неба и звезда земли превращаются
в одну сияющую звезду. Орбитальные станции 12-12 сложены воедино в твоем физическом теле и мире. Теперь сопровождаю тебя дальше. Я люблю тебя. Всем тем, кто я есть по любви, я несу все благословения, питая все твои клетки. Звучи кристаллом всемогущества. Теперь мы повсюду с тобой. А любовь, свет эликсира, дом с безмерной, бесконечной, всеобъемлющей любовью к тебе.